Привет всем любителям плавания. Ну что, пришла весна, мы выбрались из закрытого бассейна, перешли в открытый бассейн. И сегодня мы с вами поговорим о особенностях утренних и об особенностях вечерних тренировок. Поплыли. Для начала поговорим об утренних тренировках. Утром, когда ваш организм еще спит, тренировки помогают вам проснуться, взбодриться и получить заряд бодрости на весь день. Попробуйте хотя бы несколько раз потренироваться утром, сделать пробежечку, а еще лучше прийти в бассейн, и вы почувствуете, как в течение дня на работе у вас будет больше энергии, вы будете более продуктивным, более активным, и ваш день пройдет намного лучше и позитивней. Ведь если вы потренируетесь утром, ничего более плохого с вами за день не случится. Вторая причина – это то, что утром сложнее откосить от тренировки. Что я имею в виду? Когда вы утром просыпаетесь, вы уже знаете, что вам надо сначала сходить в бассейн, потом там позавтракать, поехать на работу. А вечером вы можете решить для себя то, что вы устали сильно на работе, надоел начальник, настроения нету. И можете подумать, что ну ладно, пропущу сегодня. Утром, как правило, такое не происходит. Если вы проснулись, то уже идете в бассейн и тренируетесь. И следующая особенность утренних тренировок заключается в том, что утро лучше подходит для кардионагрузок, особенно для желающих похудеть, так как уровень инсулина и гликогена низкий, это все способствует более усиленному жиросжиганию. Нужно немножко вас отвлечь от просмотра и рассказать о том, что мы с Алексеем решили сделать разбор вашего плавания. Это будет все в живом формате. Случится это на ближайших выходных. Поэтому все желающие могут присылать видео своего плавания. Мы выберем 3-4 человека и будем указывать на ошибки, давать рекомендации, давать упражнения, какие-то задания, чтобы эти ошибки исправить. В общем, вся информация будет в нашем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал будет в описании под этим роликом. Все, приятного просмотра. Ну что, а теперь поговорим про вечерние тренировки. И первая особенность вечерней тренировки – это то, что вечерние тренировки прекрасно снимают стресс после тяжелого дня. Вы устали на работе, надоел начальник или подчиненные бесят. Вы приходите на тренировку, и все это напряжение прекрасно снимается, особенно в воде. Почему особенно в воде? Вода, в принципе, снимается, да, типа она забирает дурную энергетику. Пиздец, началось, блядь. И следующая особенность для самых целеустремленных, для тех, кто хочет выступить на каких-то соревнованиях или покорить открытую воду, это то, что вечером силовые показатели намного выше, намного лучше за счет запаса как раз-таки того же гликогена. И то, что к вечеру ваш организм окончательно проснулся, взбодрился. И поэтому, если вы стремитесь к каким-то целям, лучше тренироваться вечером, нежели утром. И следующая особенность очень тонко связана со сном, так как если вы сделаете мягкую тренировку, сильно не будете напрягаться, вы будете лучше засыпать. Но при этом, если вы переборщите с нагрузкой, ваша центральная нервная система перевозбудится, и вы, наоборот, не сможете заснуть. Но это такое уже немножко индивидуальная особенность. Подбирайте интенсивность вечерних тренировок под свои особенности. То есть, если вы знаете наверняка, что если вы сделаете сильную тренировку и будете хорошо засыпать, то всегда пожалуйста. Но для тех, у кого есть какие-то проблемы со сном, здесь уже аккуратно. Лучше потренируйтесь спокойно. Друзья, хочу объявить о том, что мы ведем набор в утренние группы в этом самом бассейне, в акватории Азил. Понедельник, среда, пятница в 7 часов утра. Приходите взбодриться перед работой, получить заряд энергии. Будем вас ждать. Записывайтесь по ссылочкам в описании. Ну вот и все, друзья. Мы сегодня поговорили об утренних и вечерних тренировках. Подбирайте под свои цели, под свои особенности вашего организма. Всем пока!